На суше места мало. Почему? А запретить выхода на лед, знаете? Так можно было и в октябре запретить. Ну идемте, пройдемте, дайте, пожалуйста. Результаты всегда похожи. Люди, несмотря на запрет правительства Саратовской области и мэра города Энгельса, все равно выходят на лед в этот период, когда выход на лед запрещен. Рано запретили. Лед нормальный. Везде в заливах лед выше шнека. По заливам вообще не оттаяк, ничего не промоен никаких, нигде ничего нету. Здесь вот на Волге, я же померю, вот еще посмотрим. Вот лед. Ну как его вот сейчас увидишь, не увидишь так вот. Ну вот где-то вот так вот. Лед везде разный, местами толстый, местами тонкий. Из-за снежного покрова невозможно определить, насколько он в данном месте опасен. Поэтому запрет не просто так, опасно выходить нельзя. Я уже знаю, я знаю, где же ловить, я далеко не хожу. Любители потом... Майна. Да. Это вот сейчас я как крутанулся, а так... Я обычно хожу вот здесь вот, не знаю, а так вот. Всегда попадают те, кто очень уверен в себе. Вот, и кто пренебрегает средствами для безопасного нахождения на льду и на воде, эти люди, как правило, и попадают. Нарушителям грозит приглашение на административную комиссию, протокол и штраф до 2000 рублей. Рейды периодически проводятся, количество нарушителей достаточно много. В выходные будет много людей, да. В выходные нужно более интенсивно работать.